Папам. Ладно, ждем паниша. Он где-то уже в пути. Пока можно настроиться, что у нас там. Торговали. Там потребуется. Ну-ка, монетки у меня с собой тоже есть. Сейчас я без раз тоже буду кидать монетки. Ага. Так. Так, с оружием норм, все норм. В целом, осталось только дождаться паниша, и можно смело бежать получать от Брайдес. А, блин, он не может, у него закрыта эта локация. Так, сейчас подождите. Теперь нужен ключ из Аягула. Помнишь, где? Блин, он не помнит, где ключ. Интересно, там я могу призваться, а босс у тебя там убит. Убит, да? А может мы пойдем в DLC? Может, нам реально в DLC лучше пойти? Вроде нет. Давай в DLC. Простите, пока что это очень скучно, потому что мы с Панишом решаем, куда мы пойдем играть, потому что у него закрыта эта лока, и надо идти в ИРГУ, получать этот ключ. Короче, это на кучу часов. Так, что не пошло. Там, где бабки и амигдала с лазером. Там надо направо прыгнуть и в клетку. Вчера там прыгнул. Как раз. Так, чтобы пройти к DLC, надо сюда. Где-то здесь. Амигдала. Вау. Смотрите, какая. Алло. А, все правильно. Тел, у нас точно будет накипать. Не поняла я. А, нет, все правильно, да, все правильно. Здесь я надеюсь, могу его призвать? Или опять нет? Да, здесь могу.
Так, призвал в Дельце. Здесь у нас ближайший босс будет. Не Людвиг ли? По-моему, Людвиг. Блин. Все, он тоже позвонил. Окей, ждем по нишам. Надо проверить, что гасит. Да, надо все-таки тайминг прокачать будет. Сейчас у меня, по-моему, 13. Здесь нет. А, вон 12. Надо еще, значит, 2 уровня прокачать, чтобы можно было мечом лунного света пользоваться. О! Сейчас здесь сразу будет мощный охотник. Пек. Что-то мы его как-то больно быстро. Окей, собираем горница. И теперь в обход надо это все дело оббежать. Здесь, по-моему, еще один охотник будет скоро. Нет? Чего такое? Здесь ничего нету. Ой, блядские собаки. А, не-не, сначала он этих убивает. Да, красавчик, теперь можно его убивать. Блин, надо поменять бит. Где там? Ладно, черт с ним. Ну что, можно на площадь, конечно, идти. Блядь, не того загрел. Так, сам все собрано. Ну,
Здесь он не открывается ничего. Да. Сильнее. Ну ёпта. Ты уйдёшь, твою мать. Ладно, ждем, понижаем. Какой мощный педик. Ну, в принципе, не, надо дождаться, так некрасиво. Пока уничтожим пару паразитов. Теперь я тут король. Эй, мальчишка, денег надо? Ну да, он же глухой, он же не слышит, что я монетки кидаю. Сейчас нам лорнуться не дадут.
Ладно, пошутили. И хватит. Ух ты ж, ёб твою мать! Блин, опять понять, что нужно. Ладно, ждем. Так, здесь чертов дед, который взрывается. Это я помню, ловушечку. Вот ты ж, я тебя не заметил. Там типа полезная штука лежит, но она у меня уже есть, а если туда подойти, она взорвется. Вся эта конструкция сраная. Поэтому делать мы этого не будем. Ой, чуть не упал. Ну, куда там? Вот сюда. Ладно, ждем. Это все не надо. Это троллевая, все не нужно. В общем, все это. А, кстати. Блин, чем они заражают? По-моему, там противоядие требуется. Ну где там понял-то?
Ближайший мод, который будет, конечно, вообще лютая хрень. Уверен, мы даже даем. Не справимся там, не знаю, с какой-нибудь с пятой попытки. Особенно на нынешнем НГ. Так это уж точно. Ну. Пони. Ну, что его призвать? О, здорово, шелест толпа. Так, свет клаку нам надо или не надо? Блять, нет, дай-ка отсюда нахер. Здесь будет какой-то лютый хрен. Где он там? Ладно, черт с ним. Здесь что ли? Вот он. Убедини! Блять. Не торможу. Надо было хилиться, а я начал стрелять. Ну ничего. На то он и мощный. Как вы. Блин, у нас никаких шорткатов не открыто, твою мать. Да ведь, вот ведь жопа, ладно. Бежим как есть. А сможем ли мы так пробежать как есть? Я не уверен. Ой. Блин, мы даже ворота эти не открыли. Твою мать. Сейчас. И мы шорткаты не открыли. Вот ведь жопа. А, он бежит к началу. Папа, где лучше встретиться на самом деле? Давай у прохода. Где пулеметчик? Блять, случайно нажал, сори. Чёртовы псины. Ай, ну подожди ты, я же ещё не успел что-то делать. Ай, нифига себе. Да, блять. Да ёб твою мать! Ах ты ж пидор! Да блин, я тупо в фазу не попадал.
Может вообще просто тупо пробежать? Опять не бывает второй раз. Я же могу вообще просто пробежать. В принципе, могу. Пошли все нахер. Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Так, никто нету, ни того. Так, с туннеля призвал. Нормально такой спринт устроил. О, отлично. Где интересно? Сзади, спереди? Судя, да, понятно. Эй! Да, блядь! Ты жопничек. Нет. Не пиши. Просто избили. Наглым образом избили. Так, здесь ничего нету. А зачем мы вообще его убивали-то? Я не понял. Оружие, которое сбил, я его давно забрал. Блять, точно. Я просто думал, тут проход есть. А его нету. Здесь нету, да? Твою мать, в любом случае придется бежать через это. Вот через это, да. Через эту мерзость. А, вот сюда надо бежать. Привет! Так, надеюсь, там не... Блин, он решил драться с этими хуями, что... Да, похоже, про того совершил этих мочить и умер на них.
Типично. Да блять. Да блять. Ладно. Попытка номер два. Нужно открыть шорткат, короче. Это первое вообще, что надо сделать. Оп, 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 оп. Нет, 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 не туда. Да блядь, отъебитесь, собаки сраные. Может, успею до дома так добежать. В принципе-то я один здесь могу справиться. Так, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Ой! Да, вот эти мерзкие создания. А, блядь! Вот это что он кричит? Так, спортовас. Иду наверх. Где там? Блядь, извини! Да не-не-не-не-не, да блядь, хватит цепляться на кого-то. Ух, бежим. Еще собаки, ёптвою мать. Да блядь, да отступись-ка. Псина плешивая. Налево или направо? Налево. Такс, такс, такс. Здесь эти стороны. Уйди, ты мать!
Как ты ж мрази. Да, блять. Да, ну потом с моста и в туннель налево. Хочу до шортката как-то добежать. Блин, может тогда... А, у меня же... Чёртово оружие, да, я совсем забыл. Поменяй-ка я на свое самое первое, самое любимое, надо вот так будет прокачать потом. Может быть, у тебя открыт шорткат из собора? Так, нет, ну это мне открыто. Чё бы тогда пока поделать? Пока ждем. Здесь, по-моему, еще один педик должен быть. А, это я его внизу убил. Убил, не убил. Хер его знает. Здесь у меня все сделано, на самом деле все оружие собрано. Туда, если бежать, нам толку никакого. Там на самом деле оружие находится одно из секретных, но оно у меня есть. Ну ничего, ждем тогда по нишам. Все, все, что остается. Блин, жаль, ничем не прокачал его. Это у меня просто уже почти изношено. Это у меня отнимает яйца какой там, ОЗ. Ну-ка. Па-па-па-па-па-па-па-пам. Хрень полная. Ладно. Здесь надо бежать до шортката, чтобы мало ли, если мы опять умрем, как минимум будет шорткатик. До него не так уж далеко бежать-то. Великанов направо и все. Так ты свой открыл? А, ок. Тогда бегу туда. Так, прямо или... Нет, забыл. Внизу, значит. Очевидно, да. Бля, здесь этот еще какой-то охотник долбанный. Стопэка. Точно отсюда? Не-не-не-не. Тот-то охотник, я помню его. А! Это лампа. Блин, а вторая лампа. Вторая лампа открыта.
А шорткат, по-моему, там действительно где-то тоже внизу. Или вот это. Блять, вообще все забыл. Хотя, погоди. У меня оружие сломалось. Надо сгонять. Сон. Я у коридора, где НПЦ стоит. Какого коридора? А, все, вспомнил. Саймон, который... Так, отлично. Ну, да. Блин, я не помню точно, это снаружи, отсюда. Вроде да. А, во-первых, надо позвонить. Да блин, как это к этому шелкать дойти? Вообще не помню. В упор. Ладно, давай пока с этим сразимся. Давай, иди сюда. Блять. Так. Рам мощный. Но. Так. Шорткат. Вообще не помню. Призыв нам не нужен. Как можно было забыть? Точнее, здесь нигде. Пор не помню. Или это отсюда? Да, отвалите. Так, сейчас.
Первый фонарь после маленькой лестницы направо. Чё? Ладно, проверим. Первый фонарь после маленькой лестницы. Ну, блин, я понимаю, что это понимаю. Как открыть? Понимаешь, что он про это говорит? Через тут можно нас убивать и под которым блохи. Ну. Бррр. Блядский. Вот что будет на тысячу лет не играл в эту игру. Кто-нибудь смотрит, вообще интересно? С нас с тобой разговаривает, сумасшедший. Ладно, побежим ко второму этому, и там пробежим обратно. Все, я понял, где это точно. Через весь можно добежать. Да. Ладно. Блин, здесь опять с охотником не надо драться? Или надо? Надо, да сука. Иди ты, иди ты нахер. Еле. Пошел нахер. И ты пошла нахер. Мерзкого ведущего. Да, вот оно. Привет, уже сейчас подождем. А, нет, я же не видел еще. Все, вот он, шорткатик. Nightmare, where hunters end up when drunk with blood. You've seen them before. Aimless, wandering hunters slavering like beasts. This is what the poor fools have to look forward to. So, don't be brash. Turn back before it's too late. Unless you've something of an interest in nightmares. Oh yes, I see. You sense a secret within the nightmare and cannot bear to leave it be. As if the spirit of Bergenworth lives on within you, such inquisitive hunters will relish the nightmare. But beware. Secrets are secrets for a reason, and some do not wish to see them uncovered. Especially when the secrets are particularly unseemly.
Что там, пони призвать, когда не тянет? Кстати, надо мне с моста будет забрать свои души, по-моему. Я же еще не умирал. Да, я еще не умирал. О! Так, где он там? О! Я уже с этим пообщался. Опять. Ой. Да. А что? Про вас тоже? Блять. Блять. Мерзкие эти блоки. Так, где он? Все четыре там. Здесь хоть одна есть? Ни одной. Ладно, жду. Нужно, конечно, пойти этих пока помочить. Типа одну за другой. Выстрелами подцеплять одну. Ух ты ж, а там что, кстати, что-то забыл вообще. А. Да, точно. Ну-ка. Против этих троих, конечно, одному вообще нечего делать. У меня есть какая-нибудь? Типа, нет, не огненная бумага, а... Вот, да. Да, блядь, при чем здесь? Hmph.
Блять. Так. Да, это то, что. Блять. Да, блядь. О, сейчас анусы будут гореть.
Так, с огненной бумагой лучше. Такс. Какой же ты страшный. Вот, бля, успел. Нет. Отбегаем. Не загоняйся. Нет, в угол так не загоняйся. Блять. Бабка, а? На что не заплатил за пирожок? Блять. Ах ты ж пидор. Не-не-не-не-не. Отбегаем. Блять. Так. Да блин, второй раз уже не сила отбежать. Сейчас.
Ой, ты размажешь туда, надо под ним крутиться в первую очередь. Да, там парень правильно мне пишет. Хотели челленджа получили. Чтобы не бегала за мной. Что типа я не заплатил за пирожок. А я не забыл кинуть. Да, блядь. Второй раз уже. Блять. Так, с первой фазы, со второй фазы еще более лютая. Поняшка, мощный. Блять. Блять. Нет, 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 нет.
пидор. Блять, нет, 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 нет. Да, блять, отбегай, бегай, бегай. И хилься, и хилься. Опа. Фух. Ах ты ж нихера себе. Блять, нет, 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 нет. Хилься. Да бляха. Фух. КПЦ он сильный. Да бляха. А твою мать, а? Просто АОЕ. Оставалось просто чуть-чуть всем. Блять, нет, пробовать пишет, надо отлично. Твою мать, а? Плотненький, плотненький чувак. Так, с минуты надо пробыть, если надо отвлечься. Где-то примерно на час. Пока что прекращаю трансляцию, сорян.